друзья, смотрите, какая у нас красота расцвела наконец-то. Люпинчики, ромашечки. Вот лилии вот-вот распустятся, цвет набирают. Красота, столько лилий. Скоро тут будет поле сплошное, белое, с ромашек. Сейчас я вам покажу еще красоту. Так, а вот, кстати, вот такие у нас улыбаются Анютины глазки. Красота. Лето, друзья, лето пришло. Третий день лета. 3 июля. И моментально природа среагировала. Вот самая главная красота у меня расцвела. Пока стоят. Обычно каждый год в первый же день срывают. Маки-то и стоят недолго. Смотрите, какая красота. А вот какой красота. Они на самом деле очень большие. Не знаю, как передает камера, но в диаметре сантиметров 15. Два таких ярких алф-пятна на ромашковом поле. Вот такой у нас палисадничек под окном. Всем хорошего настроения, хорошей погодки. Всем пока-пока. Только час назад снимала, какое солнышко было, цветочки. И моментально сменилась погода. Очень ветрено. Деревья гнет, гремит. Ждем дождик. Сильный ветер, как шумит листва. Сейчас как ливанет, так ливанет. И гроза, и молния. Такая у нас переменчивая погода, может несколько раз на дню меняться.